Every day I'm ballin'. Damn, son. Yo, what's up, чувачки? В голове играет дрил. Воу. Нет? Окей, ребят. What's up, чуваки? На часах моих 2 часа ночи. Зачем я так играю? 2 часа ночи, я не знаю, возможно, я разбужу соседей, чуваки. Но I don't give a freak. Потому что у нас сегодня видео. Сейчас перейду на русский язык. Когда крутая толпа знает текст песни наизусть. Бау! Учитывая то, что у нас карантин, и я надеюсь, вы все его не нарушаете. Но сложно, знаете, чуваки, вот если у вас нету девочки, нету, короче, пары, или нет мальчика у вас, скучно, скучно, грустно, хочется каких-то веселья какого-то, нет? Короче, учитывая то, что концерты нам еще долго-долго, блядь, не светят, чуваки, мы сегодня посмотрим видео вот такое, нарезку. Я не знаю, насколько она прикольная, насколько там крутые чуваки, но в любом случае, давайте окунемся в эту атмосферу вместе со мной, чувачки. Shall we? Йоу, чувачки, но перед тем, как начать, я хочу вам порекомендовать паблик Sosa Gang. Там есть так называемые language lessons, это подборка про сленги, то есть вы будете больше шарить за сленг, за текста, которые звучат в песнях у рэперов, да? Помимо этого, там также есть мемы, основанные на американской музыкальной рэп-индустрии, всякие клевые подборочки, видео. Ну, то есть вы заходите в эту группу и прямо окунаете в американскую культуру, шарите за сленг, смеетесь на мемчики, смотрите подборочки и проводите хорошо время, you feel me? Sosa Gang, переходите по ссылочке в описании и в прикрепе комментариям и чекайте группочку, you feel me? Окей. Okay. Сразу скажу, что если я вырезаю какие-то части видео или обрезаю песни, это не просто так. Это потому что авторские права меня за... О май гад, как тут много авторских прав. Песни Лил Узи Верта, The Baby, Триппи Реда, Pop Smoke, короче, Рэйшн Мёрт. Короче, чуваки, если тут будут вырезки, I'm sorry, Let's go, чувачки. И 2 часа ночи, чувачки, sorry, так что соседи, если что, I'm fucking sorry, окей. Окей, значит, мы начнем с Роди Рича, чуваки. Фу! А Роди Рич должен был быть на Rolling Loud'е. Кстати, я не знаю, вот Rolling Loud отменят или нет. По сути, возможно, многие говорят, сейчас много всяких теорий, но корона, типа, все заболевания приходятся на весну-осень в основном. И, возможно, летом нас ждет разгрузка. Посмотрим, что будет, посмотрим, пока не отменили Rolling Loud мой, на который я должен поехать, на котором должен быть Роди Рич. The Box, чуваки, в атмосфере, я уверен, сейчас будет ничегошное. Шесак... So, gotta cash out, tell her, wipe it, nose, say slat slat, нет, окей, stop. Yo. Who them boy, who them is? Не знаю почему, у меня нету жесткого желания посмотреть на Тайлора The Creator вживую, не знаю почему. Наверное, мне не очень понравился альбом игр, я вам так дальше скажу. What? Мне нравится Тайлор The Creator, вот эти, знаете, Ой, господи, как называется-то вся эта фигня? Off of GTA, вот это все, знаете, когда он был таким скейтер-бой, Day in Ladera, есть всякие влоги, посмотрите у него. А вот это вот уже, ну, он слишком стал популярным, и вот эти парики, все вот это. I don't know, guys. Но концерты у него, конечно, lit, no cap. Oh my god, чуваки. Это Rolling Loud, да, последний? Эй, девочка! Бля, чуваки, прикиньте, как эта девочка, вот она сейчас смотрит, например, на такое видео, на наше видео, смотрит наше видео. Блин, как... Представьте, что вообще она умудрилась испытать, чуваки. Фу. Экс, вот этот Rolling Loud, вот этот самый начало вот этого супер дикого взрыва вообще. Вайрал Экса. О май гад, какие стадионы он мог сейчас собирать по всему миру, чуваки. Фу. Rest in peace. Я дал ей член, а она сказала аминь. Би. Эту песню я особо не знаю, чуваки, но она еще по I fucks with him. You. Эй, вот эти танцы. Танцы, that's what's up. Йоу, НЛГ Чопа. Кстати, говорили, что... Точнее, он сам говорил, что... Депрессия, не знаю. Если все так и есть, надо быть аккуратнее НЛГ Чопе, потому что, ну вот, я вам говорю, сколько ему сейчас лет, 18? Так быстро падает на тебя популярность, такая жесткая. Очень тяжело с таким давлением справляться. Наркотики, все такое, рэп. Я переживаю за чуваков.
Оу-оу-оу-оу, чувачки, Losers CS Rap, скорее всего, есть авторские права, да? Да. Я, скорее всего, вырежу звук сейчас, чуваки. Sauce it up, do too much, что-то going up, ain't enough, вы поняли. Every day I'm ballin', ха, huh? Это другая песня. Йоу, ну чуваки, Rolling Loud тоже, Лигузивер должен был приехать, я так хочу, чтобы Rolling Loud был. Надеюсь, корона пройдет, чуваки, хотя бы на лето, хотя бы на лето. Ballin', fuck it from the morning, эй. Не мудрено, что этот видос забанили за Лигу Зиверта, потому что сколько тут секунд, 20-25, с одной из самых популярных песен Лигу Зиверта. NBA Youngboy. I'm going outside today. Что-то там. We're drinking on egg today. I'ma pull up the stove. NBA Youngboy не выходит на улицу, и вам того же самого советую, чуваки. Эта песня прямо сейчас вот... Прямо в точку, блин. I do drop by in the rain. Дай, смотрите, какой у него корпус, какой у него спина мощная. Дай. Get the fuck out of my face. In the rain. Дай, вы слышите, как кто-то пищит? У Меган Де Сталлион, конечно, одни девчонки. Я вот даже не вижу, есть пацанчики. Ну, я думаю, что есть, но большинство девчонок 100% ходит на нее. Видели на ее вот эту песню популярную, которая в ТикТоке? Короче, она тоже сделала этот ТикТок, и получилось очень горячо, чувачки. Меган Де Сталлион очень интересный молодой человек. Что? Очень интересная дама, чуваки, no cap. Но она очень большая, чуваки, она меня раздавит. Ю! Одни девочки поют, реально. Окей. О, я видел это видео, чуваки. Fine things in life. And you can do fine things in life. Paul G. Красавчик, охуенный трек. Paul G, fine things. Тоже девчонок много. Ну, чувачки, Paul G, симпотный пацанчик, why not? Блин, это очень круто, пацаны. Эй. Все поют, все слова знают. Yo, made in Tokyo. Сейчас я проверю, записываю ли я, а то, блядь, я забываю вообще, как снимать видео. Возможно, я думал, не записываю. Очень большой буст, что его взяла Билли Айлиш на свой тур. За это ей большой респект. Ну, хотя я уверен, что это не она решает. Но, в любом случае, хороший чувак. Но я, к сожалению, не знаю его песен наизусть, чуваки. Я тоже видел это видео, чуваки. Я очень жду альбом Pop Smoke. Я не знаю, когда они его дропнут. Я не знаю. Я надеюсь, что он законченный полностью Pop Smoke, либо хотя бы на какую-то часть. Не хочу этих растянутых там припевов. Но с другой стороны, Drill. Почему нет? Я не откажусь от растянутых припевов от Pop Smoke. Фу! Damn, чуваки, это он, по-моему, в Великобритании когда был. Один из самых больших залов, который он собрал. И вот он должен был начать собирать еще больше народу и... Эй... Billie Jean. I'm up in all these stores. No. When it rains, it pours. Я пою много, чтобы не было авторских прав, потому что это видео, например, заклеймили тоже. За Pop Smoke. Это тоже офигенный трек, чуваки. Смотрите, сколько телефонов. Damn. Сейчас будет круто, чуваки. Слушайте. Вот сейчас, когда будет припев, типа. So, я что-то думал, какие-то яркие вспышки были, не знаю. So, и вся толпа будет вычать, и это очень круто звучит. Ну, типа, атмосферно. Move. Make a move. I have a proof.
Дайте я быстренько чекну. Лютека есть здесь? Нету. Все, сори. О май гад, чуваки! Смотрите, что это за толпа? Это, походу, концерт этого Трэвиса Скотта, скорее всего, и он исполняет Dark Knight Dama. Воу, чуваки, очень много. Тимати у нас только собирает. Трипи Ред Dark Knight Dama тоже заклеймен, чуваки, ща буду петь, чтобы не было клейма. Come my guap, all these rags bombing in, they bombing in. Hold up, come my guap. А, блядь, он уже другое поет. Pull up in a drop top, she dropped it. I pull up in a drop top, she dropped it. Чуваки, посмотрите на эту толпу. Top, she dropped it. Кстати, за то, что я пою, тоже будет клейм. Все, чуваки, слушаем, смотрим без звука. Спасибо Ютубу за это, блядь. Посмотрите на эту толпу. Crazy, crazy. Окей, Post Malone. У, Why Fall Apart тоже есть момент. Он такой... Ooh, I fall apart. Все поют, скорее всего, тоже будет разъёбно. Она обманула меня дважды, и теперь это полностью моя вина. Если тебя подъёбывает девочка один раз, ну типа, окей, это её вина, возможно, можно простить, но если она тебя twice, fool me twice, shame on me, bitch. Я виноват в этом. Крест на этой девочке. Чуваки, возможно, кринжовый выпуск. I'm fucking sorry, I... Я надеюсь, тут будет момент вот этот... Красота, блять. Это какая-то Longitude. Не знаю, что это за вообще фестиваль такой, но поет он новую песню. Fall Apart, ведь новая песня. Йоу, Трэвис Скотт, Rolling Loud. Йоу, посмотрите, какой он бешеный. Дреды висят, эй. Fuck the club, fuck the club. Разъебываем клуб. Йоу, чуваки, Lil Skies. Слава богу, мне удалось побывать на его концерте, потому что хер вообще знает, ну, я жестко на самом деле говорю, как будто его нету, нет? Типа, слава богу, удалось побывать. Он должен быть на Rolling Loud, во-первых, а во-вторых, ну, короче, я просто к тому, что в Россию, я не знаю, приедет он или нет еще когда-нибудь, вообще говорил, что должен, но хрен знает сейчас, корона, не корона. Coronavirus, give me some coronavirus. Coronavirus! Окей, Cardi B, спасибо. Lil Skies, нереальный лайф. Вот, блять, был Booking Machine, чуваки, и большинство людей пошли на Маркула, блядь, когда выступал Lil Skies. Чуваки, вот, я вам честно говорю, во-первых, посмотрите мой влог, там видосик рассчитан на большое количество просмотров. Короче, Lil Skies сразу чувствует вот это, знаете, такой разъёб, я не знаю, я не видел ни одного живую русского рэпера, который исполнял так же круто. С такой же энергией. Просто разрыв, чуваки. Он еще тогда был с дредами, по-моему. А, да, он с дредами был. И вот уехал из России и побрился, короче, на лысо почти. Обалденный заряд, чуваки. Lil Skies. Я очень рад. Я стоял очень близко. Круто, мечты, dreams come true, чуваки. Вот Lil Skies, да? И сори, что я прерываю. Lil Skies. Один из моих прям вот супер любимых пацанов. И именно он приезжает в Рашку, чуваки, и это просто знак, чуваки. Николас Яндора сзади, всех чуваков знаю, блин, хотя я живу в Ярославле, чуваки. That this shit was bulletproof, I can feel my face smoking on Gorilla Glue, эй! А вот там его брат. Like to do, this is yellow diamond shining like I'm Pikachu. Damn, смотрите у Lil Xena. Одни девчонки и все белые девчонки. Да, и он, конечно, да, вот этот вот расовая тема, типа, ну вот, например, у Megan Thee Stallion, да, афроамериканочки, девчоночки. Тут одни белые девчоночки, но есть пару пацанов. Над Lil Xen'ом сейчас все стебутся, и очень жалко его, я надеюсь, у него там еще это то, что наркотики. Не знаю, как у него сейчас вообще на голове, но на самом деле всего самого наилучшего. Наркотики зло, чуваки, Lil Xen. Девчонки сейчас будут петь 100%. Тут такая двойная double entendre. Он говорит, что Xen тебя подставит, Xen тебя типа, изменит тебе. И типа он говорит про Xenex,
возможно, про таблеточки, что типа они нихуя тебя от депрессии не спасут. Но при этом он говорит как будто про себя, что я тебя типа предам, детка. Поняли? Double entendre, B. Single betray you. Песня на самом деле хорошая. Одни девчонки поют, yeah. Но это тоже неплохо, прикиньте, столько фанаток знают тебя наизусть. Йоу, Рэйшн мёртв, приезжали на Locals Only в Питере. И из-за того, что я живу, блядь, в пизде. Город хороший, но я живу далековато, чуваки. Ну, вообще, это центральный, короче, забейте. Рэйшн мёртв я не успел посмотреть, но пацаны мне сказали, что они очень круто лайвят. Я посмотрел видосы. Посмотрите мой... с фестиваля Locals Only, недооцененные влоги, чуваки. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. I got it. Что-то там so was I. I got a lot of money, so I spend it how I like. Я выключил музыку, потому что тоже клеймят эту песню, чуваки. Очень популярная песня. I ain't got no... Oh, the baby, okay. Окей, написано, это не толпа, но тоже круто. Да, вот этот пацан, это, я так понял, Канада, потому что Торрент Рэпторс, у чувака Кайла Лаури, Джерси, всю песню знает наизусть. И смотрите, как он уверенно смотрит в глаза, типа, это настоящая преданность, dedication. Я. Это респект. Йоу, он флипнул только что The Baby. Я понимаю, конечно, что он пел песню, но он прямо ему флипнул, чуваки. Окей. Йоу, 6ix9ine, я не буду врать. Мне вообще насрать на все вот эти дела, там, типа, крыса, не крыса, чуваки. Я в этой теме не варюсь, я не бандит, там, и так далее. Я хочу развлечения. И 6ix9ine мне это развлечение давал. Поуз. Big Pose. Что у нас там? Чуваки, что за трек? Раз. Два. Три. Там засвечено, но... Посмотрите, что за трек? Я хочу, чтобы он дропал треки. Он уже начал немножко, типа, троллить. Я хочу от 6ix9ine треки. Чуваки, посмотрите. Я уверен, это будет разъеб сейчас. Only on Saturday. Yay. Unknown T. Йо, чуваки. Я этих пацанов не знаю, но это 100 баллов Англия. Чувак в Дэдпуле. Блин, смотрите, как далековато у них. Почему здесь такая большая пропасть? Зачем так много места? Мне кажется, это отстой, чуваки. Вон пацаны даже вышли на колонки, потому что максимально далеко. Там места гораздо больше. Может быть, это какие-то правила в Англии, не знаю. Отстойно. Чуваки грустят в первом ряду. Как я хочу попасть на концерты этих пацанов. Что за песня? Я не знаю, что будет с Rolling Loud, я не знаю, что будет с летом, но я очень сильно вот сейчас пропитался вот этой атмосферой концертов. И надеюсь, каждый из вас побывает на концерте исполнителя, которого вы хотите увидеть. Или на каком-нибудь фестивале очень большом, мощном. Я уверен, может быть, у кого-то, ну, точнее, у многих, наверное, из вас нету денег на какие-то поездки, да, в Европу, там, на концерты. Но я вас уверяю, чуваки, что как только вы будете повзрослее, как только вы будете зарабатывать денежки, у вас получится куда-нибудь посетить, съездить и посетить какое-нибудь мероприятие. Я вам этого от души желаю, чуваки. Надеюсь, что вся эта херня с короной пройдет. Да, чуваки, полтретьего. Соседи мне пока не постучали по батарейкам. Я тоже этому очень рад. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что смотрите меня и поддерживаете меня. Мы сейчас опять на каком-то взрывчике и фильме. У наших пацанов, чтобы вы понимали, тоже хорошие концерты, парни и девчонки. То есть у топовых наших русских пацанов разъебные концерты, и я тоже рад это видеть. И кто-нибудь создал бы какую-нибудь подборочку,
наших пацанов. Было бы тоже очень круто посмотреть. Соскучился по концертам, соскучился по всей движухе. Не знаю сейчас вообще, как будет музыкальная индустрия проходить дальше все эти делишки. В любом случае, с вами был Джон. Хорошо, слушайте грамотную музыку, качайте, раскачивайте и смотрите меня. You feel me? Okay. Two grapes on paper plates caused two blind dates when I showed my road.